Говорит, ребят, вы только меня не попадите, вы там делаете не хотите. Хорошо, хочу. Да, Работенко забавил. Ну вот атакует Скай, сравнивает счет в матче. Качо. 2-2. Это, конечно, очень важный шайб. 19 секунд всего на самом начале периода прошло. А армейцы сейчас сравняют. Конечно, Олег Народ, мягко говоря, не очень доволен. Ну и скажем так. Без эмоций, спокойненько, пустые ворота. Бросал Рубин, понятно. И очень благоприятный отскок всех на себя отвлек Плотников. И один абсолютно бесплодный остался Владимир Ткачев, который недавно отпраздновал день рождения. Мы обсуждали с